Привет! А в этом видео мы расскажем и пошагово покажем, как приготовить тесто для пиццы на кефире без дрожжей. Очень быстро, просто, вкусно и легко. Тесто для пиццы на кефире без дрожжей подходит для любой начинки. На его приготовление у вас уйдет 15 минут. Готовая пицца получается тонкая, вкусная, с хрустящими краями. Ингредиенты для приготовления теста. Яйца 2 штуки. Мука 450 грамм, кефир 300 грамм, сахар 1 столовая ложка, соль 1 чайная ложка, сода пищевая 0,5 чайной ложки, растительное масло 2 столовые ложки. Основной этап приготовления. Подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить кислородом. Благодаря этому готовое изделие получится наиболее пышное. Яйца категории С1, кефир 1%. Для теста берите удобную просторную чашу, чтобы в ней было удобно замешивать тесто. Насыпьте в чашу сахар, соль и соду. Кефир нагрейте до теплого состояния и влейте в чашу. Затем добавьте растительное масло и яйца. Все ингредиенты смешайте между собой. В чашу постепенно подсыпайте просеянную муку и замешивайте тесто. Всыпать сразу всю муку не стоит. Ее может понадобиться чуть больше или меньше от указанного количества. Ориентируйтесь по консистенции готового теста. Сначала замешивайте тесто в чаше. Затем, когда оно станет гуще, выложите его на стол и продолжайте месить руками. В конце замеса смажьте руки растительным маслом и поместите тесто еще немножко. Снаружи оно покроется масляной пленкой и не будет высыхать при выпечке. Готовому тесту дайте полежать минут 10. Для пиццы раскатайте тесто, накалите вилкой, смажьте соусом и поставьте в духовку на 3-5 минут. Тесто немного схватится и не будет влажным от начинки. Затем выложите на него начинку и выпекайте до готовности еще 5-7 минут. Попробуйте и вы приготовить тесто для пиццы на кефире без дрожжей. Приятного вам аппетита!